Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре в этой крошечной коробочке очень полезный аксессуар для микроскопа. Внутри находится 2-мегапиксельная цифровая камера Delta Optical DLT Cam, самая доступная модель на сегодняшний день. Камера поставляется внутри плотной формы из вспененного полиуретана. Комплектуется кабелем для подключения к персональному компьютеру и диском с программным обеспечением. Переходников для установки на стереомикроскопы нет. Корпус камеры металлический. Посадочный диаметр 23,2 мм. Сняв резиновую крышку, мы видим, что у камеры установлен UV-IR фильтр, который задерживает инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон электромагнитного излучения. За фильтром находится матрица размером 1,3 дюйма. Максимальное разрешение 1600 на 1200 пикселей. Работает камера в операционных системах линейки Windows, Linux и macOS. Нетребовательно к производительности персонального компьютера, достаточно процессора с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц и 2 ГБ свободной оперативной памяти. Камера способна записывать фото и видео. Для сохранения снимков доступно большинство популярных форматов, а для видео всего два – AV и WMV. В камере много ручных установок. Вы можете регулировать выдержку, корректировать баланс белого, выбирать частоту и прочее. Есть возможность наложения измерительных сеток, внешний вид которых гибко настраивается. Доступна калибровка камеры под объективы вашего микроскопа. Для демонстрации качества изображения нами был использован микроскоп Konus College с ахроматическими объективами, набор тотальных микропрепаратов и образец одноклеточных водорослей. Камера не имеет оптического блока и не вносит искажений в изображение. Из-за несовершенной оптики объектива микроскопа на снимках присутствует сферическая аберрация и кома, заметна кривизна поля. В остальном нареканий на изображение нет, а вот с видео возникли проблемы. На разрешении 640 на 480 и 800 на 600 камера хорошо пишет видео. Используя большее разрешение, видео начинает тормозить, и мы наблюдаем слайд-шоу. Учитывая недостаток с видео, мы решили поставить камере 9 баллов из 10 возможных. Тестировалось устройство на весьма мощном персональном компьютере, и возникшая проблема не связана с нехваткой ресурса процессора или малым объемом оперативной памяти. Для эксплуатации со стереомикроскопами рекомендуем доукомплектовать камеру соответствующими переходниками. В остальном нареканий на DLT Cam нет. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.